У Маріуполі скасують відключення центрального опалення за графіком. Це пов'язано з пониженням температури повітря. Про це сьогодні розповів директор комунального підприємства «Маріуполь тепломережі» Дмитро Мирошниченко. Со вчерашнего дня было принято решение в аналогичную вчерашней погоде останавливать отопление на период там, от 2 до 4 или 5 часов в жаркое время суток и запускаться ближе к вечеру для того, чтобы ночью обеспечить комфортную температуру. Но судя по тому, как меняется погода, я думаю, этот период отключения будет сокращен, наверное, до 2 часов, а с завтрашнего дня, возможно, вообще не будем производить отключение, а действовать по схеме, которая работали на прошлой неделе.